что сколько упаковать стоит? 1000 рублей. 1000, да? Уважаемые граждане, в последнее время на территории Северо-Запада участие в Санкт-Петербурге не сообщает реквизиты банковских карт и счетов, тем более пароли. Уважаемые пассажиры, заканчивается посадка на рейс авиакомпании Smart Avia 9117, вылетающий в Москву. Пассажиров просят срочно пройти на посадку к выходу номер 7. Желаем вам приятного полета. Attention please, boarding for Smart Avia Flight 9170 to Moscow is closing now. Departing passengers are kindly asked to proceed to gate number 7. Please prepare your passport and...
кресла. Два, да? Да, не вместе. А? Вместе мы, но вдвоем, у да? У прохода и у иллюминатора будет кресло. Если хотите, возможно, платно пересесть. Услуга называется «Летим вместе», возможно, до вылета, через QR-код оплата. Сколько денег? А? Сколько денег? Если кресло будет рядом с вами пустое, то 599, если там кто-то будет сидеть, чтобы поменяться, 1699. Так, а мы же возле иллюминатора, да? Да, у иллюминатора, и одно кресло будет у прохода. А мы с мамой, вот. Там в конце, если что, мои коллеги, можете к ним обращаться, если что, поможете. Спасибо. Здравствуйте. Хорошего времяпровождения с нами. Аварийно-спасательного оборудования. Смотрите внимательно, будто болеете за любимую команду. Светящаяся дорожка указывает направление к аварийным выходам, которые расположены в передней. С гостиницы выехали, сидим в самолете. Сейчас летать будем. Давай, я отключаюсь. Перезвоню, как мне нужно. Чем выпадение кислородной маски, потяните ее на себя. Мы сейчас в Санкт-Петербурге на минеральной воде. Данные господа, говорит командир. Погода за бортом замечательная, но поскольку наш самолет стоял всю ночь, небольшое отложение данной крыльевой отсутствует. Поэтому сейчас мы с вами проходим противовлительную обработку, заметная еще не больше 5 минут. Я понимаю, что ваше время бесценно, драгоценно, поэтому обещаю, что мы сделаем все возможное, чтобы сократить время нашего пути, прибыть по расписанию или немножечко раньше. Благодарю вас за внимание и надеюсь понимание. Ко взлету. Пожалуйста, затяните ремни безопасности, уберите откидные столики, опустите подлокотники и переведите мобильные устройства в авиарежим. Посмотрите наверх, пожалуйста, когда на панели горит табло «Пристегнуть ремни», вы должны быть хорошенько пристегнуты. Напоминаем вам, что курение, в том числе электронных сигарет, а также употребление алкогольных напитков на борту самолета категорически запрещено. Спасибо.
готовы взлетать. Проверьте еще раз, что ремни безопасности пристегнуты, столики убраны, подлокотники опущены. Наслаждайтесь полетом. Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seatbelts are securely fastened, tray tables are still, and armrests are down. We should have pleasant flight.
пошутил. Вот это победа! Капитан нашей команды завершил посадку. Это было отличное путешествие. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах. Пристегнутыми ремнями безопасности до выключения светового табло пристегнуть ремни. А после открытия дверей выходим из самолета быстро. Победа слишком пунктуальная компания, и перерывы между матчами у нас совсем небольшие. Так что поторопитесь. Благодарю за внимание и до встречи. Ladies and gentlemen, we have just successfully landed. Please stay seated with your seatbelts fastened until the fasten seatbelt sign is lifted. Please leave the aircraft quickly after opening the doors. Bavada is famous for its punctuality, so the time gaps between flights are small. Thank you for your attention and see you soon. Дамы и господа, мы прибыли в Минеральные воды на 35 минут раньше нашего расписания. Местное время 11 часов и 32 минуты. Для вашей безопасности, пожалуйста, оставайтесь на своих местах с пристегнутыми ремнями до выключения светового табло «Пристегнуть ремни». Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, we have just arrived in Минеральные воды. 35 minutes ahead of our schedule. The local time is 28 minutes to 12 p.m. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign is turned off. Thank you.
Света, я не могу тебя здесь одного оставить. Там ну, да. Пока что морда вообще закрывает. Будьте внимательны, за нарушение режима в пункте пропуска предусмотрена административная ответственность за 20 статей 18 кодекса Российской Федерации. Вы административно право нарушения. Желаю вам всего доброго.